Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас достаточно интересное, информативное видео для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес, но по каким-либо причинам до сих пор не определились со страной. И наши эксперты Марина и Ия познакомят нас с прекрасной страной Эстонии, а именно с бизнес-миграцией в Эстонию. Еще раз здравствуйте! Расскажите немножечко о себе, о вашей фирме и о юридической отрасли вашей по миграции. Здравствуйте. Мы из Эстонии, меня зовут Марина. Это вот мой партнер Ия. Мы занимаемся миграционным правом, помогаем людям приехать в Эстонию по любому как бы основанию, или виза, или вид на жительство, то есть в зависимости от того, какой деятельностью человек занимается. Я больше занимаюсь именно бизнес-иммиграцией, то есть то, что по предпринимательской деятельностью, а Ия у нас просто специалист по всем миграционным вопросам. Вот она, наверное, сейчас сама о себе расскажет. Ну, если совсем коротко, то к нам обращаются люди совершенно разные, то есть бывают и рабочие, и бизнесмены, и разные люди, которые хотят начать бизнес в Эстонии, поэтому, в принципе, мы на все их вопросы стараемся ответить, помочь легализовать бизнес, помочь сделать там визу, разрешение на работу, вид на жительство практически на любом основании, потому что вид на жительство здесь на разных основаниях существует. Поэтому давайте тогда и начнем, соответственно, с первого вопроса об основных способах переезда в Эстонию. Существует множество вариантов переезда, так же, как и в любую другую страну. То есть если взять, например, там учеба, работа, предпринимательская деятельность, может быть, по стартапу, то есть по замужеству, то есть очень пора. Через брак. Да. Наверное, самое частое, что мы встречаем, это люди, которые хотят здесь легализовать свой бизнес. Именно то, что мы встречаем. Они могут здесь открыть фирму, они могут получить здесь вид на жительство или визу рабочую и работать здесь, выйти уже дальше в шенгенскую зону и сотрудничать с другими странами через то, что открыли здесь бизнес. Вот. Если взять рабочих простых, они приезжают сюда, устраиваются на работу, делают регистрацию работы, то есть их работодатель это вместе с ними делает. Мы часто помогаем в этом, потому что многие работодатели не умеют регистрировать краткосрочную работу и делать рабочие визы. Для этого существуем мы, чтобы помочь. И вот образом легализуются здесь. Да. Поняла, спасибо большое. Тогда вернемся к основной теме нашего видео, это бизнес. Да? Какие формы собственности для бизнеса в Эстонии существуют? Основные? Ну, основные это ИП, да, то, что называется в России, у нас это называется ФИЕ, форма бизнеса, потом акционерное общество, ну, точно так же, как в России, общество с ограниченной ответственностью. Есть всякие некоммерческие организации, но они мало популярны, потому что там своя специфика есть. Вот, то есть не надо вносить, может быть, уставной капитал, но все-таки там есть свои моменты, которые не дают бизнесу развиваться, скажем так, ну, если это некоммерческое объединение, например. То есть мы останавливаемся больше на индивидуальном предпринимательстве? Нет, мы самое популярное вот из всех, вот это три формы, скажем, самые популярные, но самое популярное – это общество с ограниченной ответственностью. Объясню почему, потому что у нас индивидуальный предприниматель платит налогов значительно больше, чем вот ООО, скажем так. А какие тогда все-таки основные этапы регистрации бизнеса? Так, немножечко вкратце. Для иностранцев вы имеете в виду? Ну, да, надо сначала конечно стать электронным резидентом этой страны, чтобы у вас была электронная подпись. И потом через интернет все делается. Вот мы помогаем в этом тоже. Есть ли какие-то основные требования к документам, что важно указывать в бизнес-плане? Бизнес-план не всегда нужен, скажем так. Бизнес-план нужен только если человек идет по определенному основанию, по предпринимательской деятельности, как инвестор. Тогда нужен бизнес-план. Если человек идет по всем остальным основаниям, а их ну, много, как и рассказала, да, то есть он может и визу, и вид на жительство получить не только по предпринимательской деятельности,
Ну, например, как член управления компании, да, он может получить вид на жительство, тогда бизнес-план не нужен. Вот. То есть просто нужно пройти правильно эти этапы, правильно отвечать на вопросы, если будут вопросы от миграционной службы. Вот сейчас у нас такая очень большая победа, мы празднуем, да, когда у нас один из членов правления, наш клиент, да, получил вид на жительство, хотя, ну, просто там миграционная служба так упиралась, вот просто так упиралась, вот, но все-таки они не смогли ничего сделать, потому что поздравляю. Не было у них оснований, да, чтобы отказать. Но там у нас действительно миграционная служба, вот что тоже очень важно, даже если человек сам идет подавать и все сам умеет, якобы, да, человек, может быть, не сталкивался с тем, что миграционная служба задает такие-то вопросы. Поэтому здесь нужен обязательно, конечно, тоже специалист, у которого есть опыт отвечать правильно. Мы, ну, конечно же, нужно отвечать правду, но эту правду нужно преподнести правильно. Поэтому чтобы миграционка, она как бы, ну, все поняла именно в том свете, в котором выгодно. Вот, поэтому очень часто было, что люди просто по глупости не получали вид на жительство из-за того, что там, например, не обратились к специалисту или еще что-то. Поэтому лучше, конечно, пользоваться помощью. Что включает в себя основной пакет документов? Для визы или для вида на жительство? Для вида на жительство. Ой, для вида на жительство там целый список. То есть там анкета самого ходатайствующего, анкета, данные родственников, ближайших там 4 родственников данные, даже их номера телефонов, ну, то есть там целое это. Потом приглашение как бы работодателя, если это член правления, он сам себя, ну, как приглашает. Там много, на самом деле, такой волокиты бумажной. Вот, ну и потом уже процесс доказывания может пройти, уже когда рассматривается вид на жительство, они могут запросить, миграционка может запросить дополнительные документы, что касается самой фирмы, ее хозяйственной деятельности и так далее. Ну и просто иногда чисто психологически какие-то вопросы задают, типа, а почему вы не хотите по визе сюда приезжать, зачем вам нужен обязательно вид на жительство? Вот, и, ну, реально надо иногда отвечать так, что ну, правильно отвечать, вот как и сказала. Спасибо. Расскажите немножечко о приобретении готового бизнеса или, допустим, франшизы, да, некоторые нюансы. Так ли это тоже просто сделать в Эстонии? Ну, в принципе, конечно, да, надо просто найти хороший бизнес, либо купить франшизу, даже купить франшизу, если, ну, какого-то иностранного предприятия, не обязательно эстонского, да, ну, там, я не знаю, Макдональдс, KFC, вот сейчас недавно пришел к нам в Эстонию, раньше у нас его не было. Вот. Но тоже, насколько я знаю, это именно россияне, владеющие франшизой, сделали его в Эстонии, скажем так. Вот. То есть вот, это не наши клиенты, поэтому я подробностей не знаю, но точно такая же схема, что если ты покупаешь франшизу, начинаешь бизнес, то тогда ты имеешь право на вид на жительство в Эстонии. Если это крупный бизнес, то он даже без квот. Вообще у нас очень-очень-очень маленькая квота, на самом деле, на виды на жительство. Ранее мы затронули немного тему налогов, да, налогового законодательства в Эстонии. Вот хотелось бы более-менее акцентироваться на ООО и на ИП. Да? Какие там все-таки налоговые ставки и какие условия? Ну, смотрите, я вот вскользь так упомянула, что ИП менее выгодно, чем ООО. Да? Почему? Потому что ИП обязательно платит налог за себя. То есть он должен заплатить налог фактически 60% от своего дохода, примерно заплатить. Вот. То есть есть минимальный налог, даже если ИП просто зарегистрирован и ничего не делает, вообще ничего, он все равно должен этот минимальный налог платить. И этот минимальный налог, по-моему, около 600 евро квартал, наверное. Не, больше не 600, а, по-моему, 700 или 800 евро. Но это как бы не смертельно, но это только в том случае, если он ничего не делает. Если он хоть чуть-чуть какая-то деятельность начинается, соответственно, налоги сразу растут. Вот. Преимущество ООО в этом смысле, что у нас нету, во-первых, обязательного требования к члену правления, чтобы он был работник, ну, чтобы он работал и получал зарплату, да, то есть работать-то он, конечно, будет, но зарплату не обязательно он должен получать. Хотя, если мы говорим о виде на жительство,
то все-таки последние 6 месяцев до подачи вида на жительство, 4 месяца он все-таки должен получать зарплату. Вот. То есть, соответственно, налоги тоже должен платить. Это о налогах на зарплату. О налогах на прибыль, например, вот у нас очень лояльно в этом смысле наше государство, что у нас нет налога на прибыль, на реинвестированную прибыль. То есть на выводимую прибыль есть налог, и он достаточно немаленький, 20%. А на реинвестированную прибыль нет налога. Ну и налог с оборота у нас 20%. И там, Марина, вы забыли сказать, что ООО у нас, если ничего не делает, то ничего не платит. Да, да. Да. Вот одно главное отличие. То есть, отвечая на главный вопрос, почему так легко вести бизнес в Эстонии, да, это все-таки исходя из вот этого налогового законодательства. Ну, во-первых, да, очень лояльное налоговое законодательство в плане, ну, например, даже если фирма до 40 тысяч, например, оборот, то тогда она вообще не налогообязана, и ее просто не существует для налогового департамента как вот субъект налогообложения, она не существует. И мы встречались даже с такими вещами, что люди просто непонятно что делали в своих фирмах, не регистрируясь как налогообязанным. Ну, это, конечно, чревато последствиями, но, в принципе, вот, ну, очень-очень лояльно относятся налоговые службы к бизнесу у нас в стране. То есть даже если какие-то есть ошибки в подаче деклараций, там, в уплате налогов, то никто никогда не штрафует, просто просят исправить. Вот. Ну, если ты уже, конечно, такой просто наглый этот нарушитель закона, тогда, конечно, уже могут какие-то санкции быть применены, но до последнего они просто очень вежливо общаются с человеком и просто предлагают исправить свои ошибки. Так как мы плавно перешли в КВНЖ, скажите, через какое время после открытия фирмы предприниматель может подаваться на ВНЖ, или же он это может делать непосредственно сразу, и какие условия? Но там, опять же, как мы говорили, есть разные основания для получения ВНЖ. Вот если мы говорим о предпринимательской деятельности, то там два вида основания. Это одно как инвестор, да, и второе как член правления. Вот. И если это член правления, то фирма должна минимум год работать. Минимум год. Если это инвестор, который вкладывает минимум 65 тысяч в бизнес, 65 тысяч евро, это вот такой критерий, это минимум, тогда фирма может работать, по-моему, 4 месяца только, да, если я правильно помню. По инвестору не помню, но вот именно по члену правления там ситуация такая, что год должна быть фирма зарегистрирована, но хозяйственная деятельность должна быть хотя бы 5 месяцев до подачи на вид на жительство. Именно хозяйственная деятельность. То есть, в принципе, фирма может первые месяцы там просто быть зарегистрированной, получается. Полочной быть просто, да, то есть лежать на полочке. И у нас такие фирмы есть, если что. А на какой период предоставляется ВНЖ? И есть ли возможность продления? И получает ли семья сразу же ВНЖ? Да, семья сразу получает ВНЖ, можно подавать вместе с основным ходатайствующим. Сейчас у нас тоже одна клиентка получила вместе с детьми сразу же, то есть очень много вопросов задавала миграционная служба, и, по идее, детям дают очень быстро, да, но детей тоже придерживали, вот, но как только она получила, сразу на следующий день детям тоже дали. И сначала дают минимум на 2 года, максимум на 5 лет. Да, правильно, и я помню. Раньше было, что давали минимум на 2 года, но в этом году почему-то, ну, по крайней мере, у меня, ну, клиенты, которых обслуживали, получили все на 5 лет. Марина, у вас были кто меньше получил? Нет, все на 5 тоже. Все на 5. Когда заявитель может подать на постоянное место жительства, на ПМЖ, какие условия тогда выдвигаются к кандидату? Вот это к ней, наверное, вопрос, потому что она сама прошла тоже эти же все моменты и получила постоянный вид на жительство, поэтому она может рассказать подробно, как это делается. Да, сама прошла, сама получила, поэтому расскажу. Значит, человек, который имеет вид на жительство в Эстонии, должен проживать здесь 5 лет, но эти 5 лет каким образом тоже фиксируются. То есть, например, у вас есть вид на жительство, вы в год обязаны в Эстонии жить хотя бы минимум 1/2 года.
минимум, вообще лучше больше. То есть если где-то фиксируется, что вы там получили на 5 лет вид на жительство и уехали там год, прожив в Эстонии, то о постоянном виде на жительство можно забыть. То есть здесь нужно именно проживать. Выезжать можно, но там определенные сроки. Это первое. Второе, что нужно сделать, это сдать экзамен эстонского языка на уровень B1. Здесь существует такое понятие А2 уровень, B1 уровень, B2 и так далее. В России, наверное, этого понятия нет, я так понимаю. Тогда, в общем, если говорить простым языком, B1 – это уровень просто вот пользования, что человек может поговорить, что-то понять, куда-то пойти там, и что-то заказать. То есть, в принципе, достаточно тяжелый язык, но можно сдать. И есть определенные ресурсы, которые государство предлагает иностранцам, чтобы этот язык сдать. Вот. И, в принципе, для постоянного вида на жительство этого достаточно. Сдаете язык, живете 5 лет, и у вас есть определенный доход, хотя бы минимальный для существования, и страховка, и вы можете стать постоянным жителем Эстонии, а дальше уже гражданство. Постоянный вид на жительство тем еще хорош, что человек уже не обязан больше жить в Эстонии постоянно, а достаточно раз в год въехать в Евросоюз и раз в 7 лет в Эстонию. Mm-hmm. Вот тогда он сохраняет этот постоянный вид на жительство на всю жизнь. Расскажите нашим зрителям немножечко о преимуществах вида на жительство в Эстонии. Если, опять же, говорить человеческим языком, то человек с видом на жительство здесь, он имеет практически те же права, что и гражданин, кроме голосования. Ну, то есть мы можем все, но не голосовать. Для меня, в принципе, это не проблема. Вот. И здесь можно учиться, можно работать, можно открыть свой бизнес. Можно посещать страны другие Шенгена, то есть ездить без визы, отдыхать или по бизнесу. То есть, в принципе, все те же права, что и у граждан есть здесь. Поэтому в этом очень удобно быть именно с видом на жительство, а не с визой какой-то. И также еще чем отличается вид на жительство, то есть виза обычно дается на какой-то срок, на год, на 9 месяцев. Потом у тебя там должен быть обычно какой-то коридорчик, у кого-то 3 месяца, у кого-то полгода, и только после этого ты можешь опять въехать и подавать на визу. Или подавать уже в своей стране. Зависит от... Там есть с некоторыми странами у Эстонии договоренность, что кто-то может въехать без визы, кто-то нет. Вот. А с видом на жительство, в принципе, у тебя вот есть срок, который тебе дали, и ты можешь постоянно здесь находиться. Это очень удобно. Либо, если ты постоянный уже получил вид на жительство, ты можешь постоянно находиться, ездить в разные страны и не отказываться от своего гражданства предыдущего, тоже заниматься здесь предпринимательской деятельностью, учиться или что-то другое. Спасибо большое. Скажите, вот есть ли еще какие-либо преимущества в открытии бизнеса в Эстонии, которые мы упустили, возможно? Ну, в принципе, это очень такая, на самом деле, обширная тема. То есть тут можно много о чем говорить, например, о стартапах, о бизнесе. У нас очень-очень поддерживается в государстве весь электронный бизнес. Марин, расскажи немножечко об открытии стартапа. Какие требования выдвигаются кандидату? Существует определенная комиссия, которая оценивает стартап, да, и если комиссия оценила положительно этот стартап, то тогда очень, ну, требования, это я не могу сказать, я не эксперт в этом вопросе, да. Главное, чтобы это принесло пользу, скажем так, экономике Эстонии. Но это не значит, что прямо вот такую пользу, что вдруг Эстония выросла очень сильно экономически, а ну даже элементарную пользу, что стартап там рабочие места новые создает или еще что-то, вот такая там для 2 человек, например, не обязательно для 100 человек, хотя бы для 2. Вот. То есть это уже считается как польза Эстонии. Вот. И для этого вот, ну, человек, кто работает в стартапе, да, для него требования гораздо, гораздо лояльнее и проще, чем для всех остальных. То есть там не нужно никаких критериев по зарплате, они не входят в квоту, они без квот попадают, вид на получают вид на жительство. Они не обязательно должны здесь быть полгода, эти люди. Потому что требования к языку у них какие? Требования к языку у всех одинаковые, кроме тех, кому исполнилось 65 лет, либо дети до 15 лет. То есть остальные все должны сдавать язык. Но вот как и сказала, я просто вот расскажу в 2 словах, когда она приехала сюда, в Эстонию, она уровень А2 сдала за 2 недели, обучаясь.
А вот уровень B1, по-моему, она сдала в течение месяца. Она ходила на курсы и сдала. Поэтому это не так сложно на самом деле. Просто надо, ну, немножко потрудиться, и все получается. Когда ты находишься в стране носителей, у тебя нет возможности говорить на своем языке, там уже хочешь не хочешь, ты выучишь язык, жизненно важно. Ну, здесь не так, потому что здесь все знают русский, все. То есть к любому человеку можно обратиться на улице, и он тебя поймет. Вот. Но единственное, что, может быть, молодежь, да, она владеет лучше английским, ну, эстоноязычная молодежь, чем русским, но все равно поймут. То есть даже молодежь. То есть как-то там на пальцах все равно можно объясниться, а те, кто более старшего поколения, 30 и далее, те все знают русский язык абсолютно. Скажите, вот по вашему опыту, вот для тех зрителей, которые вот предприниматели сейчас смотрят, будут смотреть наше видео, вот самые прибыльные или перспективные отрасли в предпринимательстве, на ваш взгляд? Инфотехнологии. IT-сфера. Да, IT-сфера. Скажите, а вот какой вы бы совет дали предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес в Эстонии? Ну, я бы дала совет все-таки обратиться к адвокату, да, за помощью, чтобы открыть его, потому что все можно сделать самим, но это возьмет время и никаких гарантий. Да. Но если профессионалы занимаются вашим вопросом, то тогда, в принципе, все равно, конечно, 100% гарантий никто не даст, потому что, ну, всякие моменты бывают, но 99%, наверное, можно дать гарантии, что человек получит вид на жительство. Спасибо вам сегодня огромное за интервью. Если что-то упустили или если что-то хотите добавить, да, может быть, я что-то упустила, обязательно вас послушаем. Вот. Если же нет, то будем прощаться. Вам еще раз огромное спасибо. И всем зрителям, которые нас смотрят, обязательно обращайтесь к данным экспертам, у которых огромный уже опыт данной бизнес-эмиграции. Да, спасибо. Спасибо.